В 10-й день работы Каннского фестиваля на главном конкурсе представлена драматическая картина «Иммигрант» американского режиссера Джеймса Грея. Многие считают, что сыгравшая героиня, известная французская актриса Марион Котийяр, стала одной из фавориток на премию за лучшую женскую роль. Фильм повествует о первых шагах прибывшей из Польши в США в 1921 году молодой женщины Евы Цибульски. Из Канн передает корреспондент Евроньюз. Среди представленных здесь 18 фильмов, по меньшей мере половина могут претендовать на золотую пальмовую ветвь. Редкий случай столь открытой конкуренции. Но «Иммигрант» Грея, несмотря на игру Марион Котийяр и Хоакина Феникса, разочаровал многих. Картина же Арно де Пальера, Михаэль Кольхаас вообще, кажется, не соответствует масштабу Каннского фестиваля. Лента, снятая в стилистике вестерна, экранизация новеллы Генриха фон Клейста, историческая драма на темы Средневековья. Il vient de les voir. Fait toute une histoire parce qu'ils sont sales. On les a fait travailler. Ce sont pas mes chevaux.